Всем привет, друзья, меня зовут Володя Ирландец, я из города Красноярска. Это трек «Включи на плей» и кричи «Google, окей». Нормально, кстати. Мне кажется, Google тебя потом купит этот трек. Че, пацаны, давайте, как хейтеры, начнем всех троллить. У тебя какой-то спортивный интерес или ты просто хайп? Я скажу так, здесь двоякая ситуация. Это постанова! А что ты ожидаешь от боя вообще? Ну, я тебе желаю удачи. Все, спасибо. Да, спасибо. Красноярск. Да. Ебало, разобью, дура. Короче, выпуск сегодня будет очень интересный. В общем, что говорить-то? Скажи. Всем привет, друзья. Меня зовут Володя Ирландец. Я из города Красноярска. И сейчас мы будем бросать вызов младшему брату Артема Тарасова Корнею. Все, начинаем, да? Написал рекламу Google. В общем, сейчас для раскачки немножко припева. Этот трек включи на плей и кричи Google, окей. Этот трек включи на плей и кричи Google, окей. Этот трек включи на плей. И кричи Google, окей. Этот трек включи на плей. И кричи Google, окей. Найдется все, чтобы ты не вбил в поисковике. Главное кричи Google, окей. Лежа на диване ты или в гамаке. Главное кричи Google, окей. Загорелся смартфон на дисплей. Жми на иконку Google, окей. Дома ты или на диване. Дома ты или от него вдалеке. Поймай Wi-Fi и Google, окей. Этот трек включи на плей и кричи Google, окей. Нормально, кстати. Мне кажется, Google тебя потом купит этот трек. Да, я вот тоже, кстати, вчера, кстати, позвонил в Google и... Да, я, прикинь, нашел номер Google в Москве, короче. И я набираю номер, а я проверил, у меня 14 рублей на балансе осталось. И, короче, звоню, а он такой говорит мне, для того, чтобы соединить там с тем-то нажмите 1. Для того, чтобы то-то, нажмите 2. И пока он говорил это, я там пока нажимал, короче, у меня, прикинь, отрубается связь. Я думаю, что такое? Недостаточно средств, прикинь. Да, нихуя. Амиран, блядь, подожди. Можешь руку снять? Можешь я сдеться. Майку одень, не знаю. Ну, на перегоне, чтобы сардинка была. Че, ты на Рик и Морти? Сними татуировки. Район мой, каменный остров. Зона выживших и переживших все монстров. Я говорю, когда этого чувака увидел, я думал, попал в ад. Посмотрите на его глаза. Черные глаза. Жестко. Забыл, как одевать нерабочую форму. Мама, где я? Помогите. Дай подышать. Замотала, пацана, замотала. Замотала меня эта работа. О, вот это вот хайп был. Самая лучшая публика. Это будешь в своем инстаграме говорить. Не, сегодня, а мне нет. Я сегодня... Я нормальный. Я сегодня не пойду на работу. После этих слов. Амиран, ты утверждал то, что на твоем шоу «Битва за хайп» может выступить любой желающий. Так вот, я бросаю вызов Корнею Тарасову. Корней, ты много говорил за улицу. Нарежем, давай продолжим. Можно продолжать, да? Ну, конечно. Я позволил себе оскорблять человека. Так вот, я вызываю тебя на бой в любом месте, в любое время. Красноярск. А может, знаешь... Ебало, разобью дуло, нахуй, подожди. За улицу там базарила, блядь, дичь. Нет. Это вставим. Только это, просто и все. Че, пацаны, давайте, как хейтеры, начнем всех троллить. Хуя джинсуха сильная. Я иду такая, хуй знает, нахуя. Я иду такая вся вдоль Чигабана. О, блядь, смотри, красные волосы. От кроссовок от твоих отсвечивает. Сколько времени, скажи? Нихуя. Нихуя. Ветер этот заебался, дует, никак надуться не может. Может, дунем? Под грустный дождь я
Наша любовь только здесь. Докажи, что твое слово что-то стоит. Че, не так, че? Да нет, машина проехала сюда. Ты можешь поближе встать? Да. Да, Корней, ты всем доказываешь, что ты рос на улице, но на улице тебе бы всю морду разбили за твои слова и за оскорбления родителей других людей. Так вот, Корней, давай, прими мой вызов в любом месте, в любое время. За слова надо отвечать. Морда, слово модно. Да, нормально? Да, морда-то нормально, не ебали. Это не курение убивает. Да-да-да. Короче, смотрите, давайте, вот мы сейчас пока все в кепках, короче, сними кепку, я покажу трэш. Вот, это дреды, это трэш, это трэш. Ну, но это все хуйня на самом деле. Покажи свою голову. Доставай. Ну не, кепку сними. У меня грязная голова. Не, ну с кепкой. Вот это трэш, вот это трэш. Ну это все хуйня, ребята, это все хуйня. Вот трэш! Ебать, это как? Это что, натуральное? Битмейкер! Вот в туалете можно поугарать. Что хочешь сделать? Браслет. Делаю себе халявный браслет. Как будто в Индию съездил, типа, знаешь, мне монах подарил. И дреды там заплел. Да, они сами заплелись мне, пока я шел. Хуя, да, смотри. Сука, хуйня какая-то. Ого. Ходите, ребята, в храмы. Че, Макс, ебани руки вот так. Вот. Ты ему все время подсказываешь. Конечно. Да, не стесняйся, он тебя на вызов. Он тебе вызов не кинет, я знаю. Ты же убивать пришел. Кого? Да, кого? Все жестко. Амиран, я слышал. Нет, не слышал уже, да? А, не слышал. Все посерьезнее. У тебя военный выпуск выйдет потом. Да, да. Ну это уже без этого. Без вызова. Да, 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 отдельно. Сделаем, да? Конечно. Еще раз хайпанем. Амиран, ты сказал то, что на твоем шоу «Битва за хайп» может выступить любой желающий. Так вот, я бросаю вызов Корнею Тарасову. Корней, ты утверждал, что ты рос на улице, но позволяешь себе говорить громкие слова и оскорблять родителей другого человека. На улице за такое с тобой бы сделали очень плохо. Так вот, я бросаю тебе вызов в любом месте, в любое время. Надеюсь, ты его примешь, и за слова надо отвечать. Так вот, нахуй. Вот это охуенно, да. А реклама? Отдых, каникулы, уикенды. Мне кажется, следующий кадр... О, видео, подожди, видео. Тихо, сейчас тишина. Подожди. С Димасом приехали на природу. Трава, бля, как-то картинки. Я же говорил, мы за городом, нам некогда. Выйти на работу, я за городом. Слышишь? Бля, стройка, мы лес делаем, блин. Работать! Вкусная тема. Да. Как этот, как крем-сода. Ну да. Смешнее. Только нужно пояснить людям, потому что они не понимают, что до этого было, я не снимал. Ты снимал, но камеру забыл включить. Просто типа батарейкой. Вот. Показал. Как есть. Блогер такой снимают, блядь. Я снимаю, нахуй. У тебя какой-то спортивный интерес или ты просто хайп? Я скажу так, здесь двоякая ситуация. Это и спортивный интерес, и естественно хайп. Просто судьба дала 1%, 1% из 100, чтобы можно было продвинуть себя, свою команду, своих друзей через единоборство, потому что я ими занимаюсь. И я решил этим 1% воспользоваться. Как бы, и естественно, я хочу, чтобы про наш город Красноярск, про нашу Сибирь тоже знали, что мы не отстаем ни в каких сферах, ни в спорте, ни в хайпе, ни в чем. И вот так вот, жестко. Потому что мы же фрики, блядь, фрики, а один фрик еще ебло разбивать умеет. И еще меня зацепило, знаешь, что-то, что вот я посмотрел это видео, как Корней оскорблял родителей там и так далее, и так далее. А я тот парень, у которого, ну, у меня нету родителей,
И, а он оскорблял. И как бы, смотри, человек, если оскорбляет другого человека, он может оскорбить лично его. Но ни в коем случае, ни в какой ситуации не цеплять ни родителей, ни бабушек, ничего. Я думаю, Корнею надо просто следить за своим базаром. И вот встретимся, сейчас посмотрим, что он будет говорить, как он меня будет называть. И, пожалуйста, есть мы, город Красноярск, простые парни. Я думаю, мы это сделаем, и все будет круто. Смотри, у меня кактус. Кактус. Выходи на улицу. Юля. Что загасило? Ну там никого не было, че пиздишь? Он, че он я уже, пью? Он уже глюки ловит. Это все от кактусов. А че мы тогда сюда идем? А че мы обратно пошли? Да. Че ты говоришь это? Че похаваем? Челупу. Долби челупу. Че, мы сейчас хавать, да, идем? А если они меня могут? Они тебя могут. Это постанова! Гасись! Посмотри, какая задница. Я побежал догонять. Зум здесь. Слышишь, я побегу, зум сделаю. Снимает постановочный кадр. Они сейчас пошутили, шутка зашла. Короче, и Женя такой, не получил. И Женя такой, не снимал, такой, бля, давай запишем снова. Да, смешно? Да, не да, будет. Да не будет смешно, просто я всегда включаю в ненужный момент камеру. Так выключай ее, если не нужно. А что ты ожидаешь от боя вообще? Ну, он самбист, он базовый самбист, а я базовый, у меня базовый армейский рукопашный бой. Думаю, конечно, он будет пренебрегать ну, к борьбе и больше будет бороться. Ну, естественно, мне надо будет расстреливать его на дистанции, как мы с моим тренером Виталькой это все сделаем. Будем готовиться усердно, чтобы не подвести. По поводу весовой категории у нас одинаковый вес. Да, ну, у него 60 килограмм, у меня 61. Ну, нормально. Ну, сделаем четко. Ну, я тебе желаю удачи. Все, спасибо. Да, да, спасибо. Да, Красноярск. Да, город, да, сильный. Да. Первый раз этого парня вижу. И за Красноярск я болею. В общем, я думаю, мы победим. Главное участие, чем... Да, конечно, победа получится, не да, победа получится. Посмотрите на Корнея, посмотрите на ирландца, блядь. Ирландец просто его загрызет, нахуй, прям на этом, на ринге. Ну, посмотрим. Да. Удачи. Зашли в заведение это мексиканское заведение, и встретили тут реально мексиканца. Добро пожаловать! Приходите. Уходите. Уходите уже, пожалуйста. А мы где? Мы в таком культурном городе, блядь. Переобулся. Или как это? Шапку когда-то снял. Аривасский!